30 августа, и я решил, что все-таки пора. Пора уже начать снимать видеоблог, видеоархив, как я создаю свой питомник, питомник растений Барбарис. Прекрасный волшебный день, красивое желтое поле, за мною лес. На улице 11 октября, и я только-только добрался до питомника. Ну, во-первых, был фестиваль. Во-вторых, пошли посадки работы и чек-лист, который я хотел бы все-таки успеть сделать в октябре хотя бы. Небольшая экскурсия по моей так называемой опытной базе. Но чтобы вы понимали, вот за мной дорога идет местного значения. Вот метра два перепад. И шириной вот этот овраг, ну, по сути, канава. Она, наверное, метров 15-20. Короче, мне надо сделать будет тут объезд. Но, смотрите, какая интересная штука. Вот она, красивейшее дерево, которое мне чуть-чуть сформировать. Часть деревьев отсюда убирается. А вот, кстати, да, машина проехала. Часть деревьев убирается. Вот, придется это еще тоже почистить. Надеюсь, что осенью к этому приду еще. Чтобы понимать, мой рост 1,83 м. Вот я стою рядом с кустом. Для того, чтобы начать свой питомник с нуля, ну, определитесь хотя бы для начала, что вам интересно выращивать. Вот мы с коллегами разговаривали, кому-то нравится выращивать злаки. Пожалуйста, не вопрос. Выращивайте овсяницу, выращивайте фолярис триколор. Это будет тоже востребовано, это модное растение, пожалуйста. Нравится выращивать злаки? Выращивайте. На самом деле есть, конечно же, один большой главный секрет, почему я хочу именно такую специализацию себе сделать. И дело даже не в деньгах или в объемах растений, в их размере, нет. Планы по моему питомнику Барбарис на 2022 год. Осень. Первое. Его скосить, убрать траву. Второе.